Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня у нас бьюти-видео. У меня был запрос в комментариях, чтобы я сняла какой-нибудь макияж или грим, который я делаю для своих видео. Вот. Сегодня у нас Хэллоуин, 31 октября, поэтому я буду делать простой, легкодоступный в воспроизведении макияж, грим на Хэллоуин. Немножечко страшноватый, но все в стиле Хэллоуина. Так что, если вам интересна такая тема, продолжайте смотреть. Это будет не только макияж, это еще будет и прическа. Так что начну с прически. Итак, ребята, я вот сделала себе вот такие вот два хвостика. Это я заготовила. Ну, как бы, что показывать, тут и так все понятно. Делаем пробор на голове посередине, поровну. И делаем вот так вот на макушечке два хвостика одинаковых. Что мы делаем дальше? Делаем жутковатые ведьминские рожки. Я не знаю, какой у нас будет персонаж. Ну, какой-нибудь страшный рогатый персонаж, чертик. У нас получились вот такие вот рога на Хэллоуин. И я на этом просто так останавливаться не намерена. Я буду украшать их вот такими вот шпильками с жемчужинками. Теперь приступаем к макияжу. Начнем с база под тональный крем. Беру крем, любой крем под тональный, любой крем, которым вы пользуетесь, увлажняющий такой, который вам подходит. Мажете лицо под тональный крем. База должна быть обязательно. Дальше вторым шагом будет тональный крем, вот L'Oréal Alliance Perfect. Дальше что я делаю? Беру карандаш, можно черный, можно темно-серый, можно темно-синий. Какой у вас есть? Вот взяла карандаш, вот у меня темно-темно-синий. И рисую, и прорисовываю слизистую. Хорошенечко, ярко, вот прям вот. Вот так вот прям малюю, не жалея. Беру темно-фиолетовые, или темно-синие, или темно-серые тени. Вот, примерно вот таких вот оттенков я беру. И крашу верхнее веко. Большой кисточкой вот такой вот. Растушевываю слегка вот так вот вверху. Дальше самое интересное. Рисуем паутину. We'll be right back.
черную подводку. Она у меня чуть-чуть подсохшая, вот, но это вот прям как раз подойдет. Если у вас подсохшая подводка, замечательно. Если прям такая свежая, жирная, то чуть-чуть вот так вот, еле-еле дотрагиваясь ей. И вот так вот как бы подвожу по второму разу. Как бы просто намечаю контур, вы поняли? Я думаю, достаточно. Глаза у нас то, что надо. Я думаю, реснички подрисовать, подчеркнуть будет не лишним. Блин, я даже не ожидала, что так круто получится. Даже круче, чем я ожидала. Что ж, последний штрих. Красим губы. Губы как я красим? Ну, не будем же мы красить банально какой-нибудь розовенькой или красненькой помадкой. Нет. Было бы, конечно, классно накрасить губы черной или темно-синей помадой. Но, ребята, у меня такой помады нет. И у меня в голове такая идея была накрасить белый. У меня есть белый карандаш. Вот это будет круто. Боже, как это круто! Ребятки, как же круто получилось! Я хотела сверху покрыть еще прозрачным блеском, но я думаю, не надо, оно очень круто смотрится. Гляньте, вот есть тут некая небрежность в макияже, и это даже хорошо, потому что мы же кто на Хэллоуин? Мы же нечисть, мы же всякие монстрики, ведьмочки, чудища, поэтому как бы да, гляньте на класс, просто, я просто супер ведьма. Получилось такой, получился вот такой вот классный образ. Вот такой вот хэллоуинский классный образ у меня получился, ребятки. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Отмечайте меня в Инстаграм. Пишите комментарии. Подписывайтесь на этот канал, пожалуйста. Ну и, конечно же, всех люблю. Всем пока!